И снова всем привет, ребятки. Да, я вам представляю Дмитрия. Он работает массажистом уже больше года, да? Да, больше. Да даже полтора года где-то. Я имею в виду, когда сертификат там получил. Да, и вот заметьте, его фигура подкачанная, такая мощная, потому что много людей принимает, а это физический труд, да? Да. Который нас может и натренировать, но с другой стороны, и мы сами не только устаем, да? Но да, и нам самим тоже надо массаж. Вот я и приехал к Олегу, смотрел за ним, наблюдал, да. Вот я здесь. В Москву, из какого города? Талдом. Московская область, 100 километров. 120 километров. Где-то 2-3 часа добирался, да? Ну, 2-2,5. Ну, сегодня воскресенье, как бы, этих дачников мало. Да, даже свободное. Так, ну, рассказывай, что случилось-то. Ну, поясничка меня беспокоит, колени беспокоят, также вот эти вот, вот эту вот область, тоже по ходу от массажа. Как? Плюсневые кости. Плюсневые, да. Плюс, ну, вот колени и грудной отдел меня тоже беспокоит. Хотелось бы также шею вправить, потому что, ну, тоже как бы есть застой. Это мы за один сеанс все сделаем, да. Вот. Так, ну, давайте немножко протестируем. Вообще, по поводу болезней таких, это все нормально, оно бывает. Болезни, так скажем, боли, да? Где-то мы что-то потянули, где-то сделали без разминки. Вот бывает там запястье без разминки, если там начинаешь работать. Тем более, 11 человек в день. Я уже туда столько не беру, я уже, как бы, наверное, старый стал поменьше. Поначалу, да, рьяно выступаешь в работу. Я теперь не буду брать. А я, если помните, еще попал в книгу рекордов Гиннесса, 31 час делал массаж. Это по часу люди шли. А ты не знал? Нет. В Ютубе, в принципе, про это рассказываю. По часу люди шли, разрешалось только там в туалет отойти и пописать там, да. Угу. Сменил, наверное, 7 или 8 футболок, вот этих повязок тоже где-то 7-8. Но потом я просто упал. Я 3 или 4 дня просто лежал, болело все. Не мог шевелиться, просто спал 4 дня, представляете? А что это? Ну, это по молодости было, да, 2008 год, сейчас я на такое никогда не решусь, это, честно говоря, ужас. И... Понятное дело, сколько энергии тратится, а особенно вот, например, если последние, которые клиенты лежали, они, наверное, там особо ничего не ощущали? Или... Ну, как, во-первых, стол у меня пониже, ты уже заметил, да, ага. Я практически лежу на клиентах локтями, то есть весом работаю, так что, в принципе, все получалось. Ну, наверное, послабее, чем первым, да. Но там и не было цели прям продавить. Там цель просто как бы время побольше занять, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но скажу, что ошибка многих массажистов в том, что они работают просто склонившись. Вот такое статическое напряжение очень сильно травмирует поясницу. Поэтому надо все время как-то двигаться, все время шевелиться, упражняться, да, пританцовывать. Пытаемся. Во время сеанса. Бывает всякое. Я и локоть потянул, потом долго проходил, там 2 месяца. Uh-huh. И спину один раз вообще отработал человека. И говорю, ой, все, идите. А сам встать даже не могу, представляешь? Еле-еле вот так вот по полшага, по стеночке, дошел до дома, в метро, вот так вот шел, люди на меня странно смотрели. Наверное, вот у меня обычно 1,5 часа ехать, да, я тут, наверное, 3 часа ехал в этот раз. Не пугайтесь, это не грыжа выскочила никакая, да, это просто мышцы дали протест от перенапряжения. Они спазмировались, зажались, типа, все, нас больше не трогаем, мы в домике, как бы, да. Прошло достаточно легко. Отлежался на банке, стеклянная банка обычная, вот такого диаметра, где-то 2-3 дня, наверное, лежал, то есть, скажем, у меня все легче, и так потихонечку прошло. Вот, отпустила мышцы за счет того, что они растянулись на вот этом вот устройство в виде банки, но устройства могут быть разные. Например, вот такое вот продается. То есть под больное место подкладывается, да, поясница с отвисшими отростками провисает здесь. И позвоночник как бы вот раскрывается, растягивается. Ну, под любое место можно использовать. Прием таких как бы приспособлений массы, это может быть. Такое у меня есть. Да, и вот такое вот. Тоже вообще выручает, да, саму массаж. Самомассаж, да, это же можно не только с под спину, и под шею, и под икры, да, и бедра прокатывать. Да, все вообще вещи. Только у меня немного конус поменьше. Не конус, а диаметр. Да. Так, Дмитрий, ну давай ложись. Сначала протестируем тебя, а шею давай посмотрим. Спиной так разворачивайся. Наклоняй голову вперед, к ключицам. Без напряжения, да, без напряжения. И мы вот... Ой, не напрягайся. Так, ну тут вот слева чуть торчит. Больно, да, здесь?
Вот слева это второй позвонок развернут вот сюда. Дальше расслабляйся. Тут нормально. До седьмого дошли, вроде там все нормально. Просто опускай. Проверяем по остистым отросткам. Ну, в принципе, нормально. Вот там между пятым и шестым или вроде так грыжит, когда я на это делал давно. Шейный? Да. Ну, тут он не ощущается. Давай проверим вот так вот. Все расслабленно делаешь. Вот сюда наклонили. Я сверху нажимаю. Ты ничего не делай. Так, не больно здесь? Нет. Или ну, здесь? Немножечко мышцы? Слева было больно тут. Да? Угу. Это вот мы соединяем фасеточные суставы и как бы спрессовываем их еще больше. Слева опять. Слева все-таки, да? Угу. Обратим на это внимание. Здесь вот второй грудной позвонок чуть-чуть вправо развернут. Проверяем по мышцам, как слева-справа. Нормально. Нормально. Вот эти мышцы, трапеция верхняя. Ну так, нормально. Да? И ты жаловался тут в грудном отделе. Да, особенно слева вот у меня. Да. А. Прям защемляет. Ну вот видно, вот она, нижняя трапеция идет, и вот она прям надута. Угу. Чувствуешь, да? Надута как такая, знаете, как палка прям такая вот. Угу. Так, ну ложись на стол, на спину ногами туда. Угу. Начнем проверять с длины ног, потому что если у человека сколиоз, то, или даже не сколиоз, то из-за косости таза, да, могут разная длина ног быть. Соответственно, разная нагрузка на поясницу. Ну вот уже сразу видно, что, видите, одна стопа отваливается, вторая ровно стоит, значит, эта нога проблемная. Визуально отсюда смотрю, колено выше, чем это колено. Соединяем косточки, лодыжки. Так, лодыжки одинаковые, длина ног одинаково в данном случае, да, значит проблема в чем-то другом. Может быть от природы голень просто длиннее. Mm-hmm. Подставь пяточки под себя. Ближе, ближе, так как можно ближе. Смотрим, чтобы было все вместе. И смотрим по вот этой высоте. Видно, что вот эта нога больше туда выгибает. Здесь больше, здесь выше получается вот эта часть. Но это бедренная часть, это бедро уже. Также может быть от природы, поэтому пока никаких выводов там особых не делаем. Еще наклоним к себе коленки. Вот так вот. Смотрим по вот этой высоте. По этой высоте это относительно крестца, который сейчас упирается в стол. Вот упор сделали, да? Вроде тоже симметрично. Поясницу так не тянет? Нет. Вот немножко поясницу. Поясничку проработали. Так, вставай теперь тазом, поднимай на уровень колен. Таз. Не больно в пояснице? Нет. Одну ногу выпрямляй, стоя так. И смотрим, заваливается. Нет, не больно, да? Нет, тут свело. Стой справа. Да? Дальше продолжай. Пошло, да? Да. Да, поднимай таз. И вот эту ногу поднимай теперь. Так, здесь как с той стороны? Нормально. Ну, вроде да, мы видим визуально, что он не кренится тазом туда-сюда. Опускай, ложись. Ну, полностью. Я там еще упражнения делаю постоянно вот эти вот. Ну, мышечный каркас, да, мышечный каркас я заметил. И вы, наверное, ребятки, заметили, напишите внизу в комментариях. Мышечный каркас хороший, человек упражняется. Так, по тазу смотрим. Вот это чуть вниз опустился. Ну, вероятно, я предполагаю, что у тебя от природы вот эта нога длиннее просто-напросто. И за счет таза выравнивается. А может быть из-за того, что я на погрузчике работал, на речтраке, и там постоянно боком сидишь да? Много лет. Ну, может быть, да. Может быть, связано. Тем более, если это много лет, то это могло быть, да. Ага. Грудная клетка чуть-чуть тут приподнята. Это тоже, возможно, вариация сколиоза. Так, вот, выдыхай. Так, ну, сейчас вот выпрямилась. Переворачивайся. Живот. Да. Ливером к солнцу. Ливером в землю. Филейной частью к солнцу. Так, сразу проверяем, поясничной грыжи нету? Нет, ну не было. Протрузии только были. Вот да, вроде нету. Нормально. В том году делал. Нормально. Даже вроде в этом. По борте? Да. Угу. Или в том, я уж не помню. Вроде нормально, тогда не болит. Ну вот тут трогать больно. А здесь? Пониже был, здесь нормально. Вот и здесь, это просто... сустав ППС, поясничный подвздошный сустав, где у нас крепится вот, прям слева кости. Больше. Теперь большую ягодичную мышцу. Слева тоже, слева, да? Слева больше, да. Я чувствую. Вот слева тоже. Тоже слева. И малого. Тоже здесь слева, одинаково.
Грушевидную проверяем, насколько седалищный нерв отжимает. Да, вроде нормально. Вроде нету, да? Дальше нету. Нету, нету. Ну, я просто чувствую, человек бы уже вскрикнул, если бы там сильно что-то было. Здесь нету. Это триггерные точки совпадают с тем, где идет нерв. Практически мы прижимаем нерв к кости и проверяем, какой идет иннервация. Вот тут здесь жаловался, да? Тут как сейчас? Нормально. То есть просто когда, наверное, ходишь, да, вот эти места? Ну вот правый палец там как бы этот, как будто куда-то заходит, вот в этом месте, да. И прям больно. И вот как бы ну, на палец наступишь, выдернешь как бы сам. И вроде нормально становится. О. Ну это я заметил тоже, когда массажи делаешь. Походу я ноги как-то неправильно ставлю. Да, контролируйте свою обувь, потому что там... Даже... Я вообще дома без обуви делаю. Правильно так или лучше в обуви? Лучше в обуви. А ты на дому принимаешь? Да, на дому. И, ну и там в спа-салоне у меня есть тоже. Потом в другом спа-салоне. Короче, везде. Да. На выезды езжу. А, в общем, везде успеваешь. Ну, везде, да. Везде в разъездах. Все, ноги лежат, лежат. Так. Ну, могу поздравить тебя. Ноги у тебя в хорошей форме, равной длины. Угу. Не страдаю, страдает только спина. Ну, прежде всего, вот между лопаток, да, получается. Угу. И вот эта трапеция слева, да? Есть. Угу. И поясница вот уже день третий, вот здесь вот прям отдает, когда на левую ногу опираешься так. Хоп, и она прям буш, стреляет последние два дня. Потом ЛФК поделаешь, вот на этой штучке покатаешься, вроде нормально. Проходит, да? Угу. Или когда расходишься, вот там два массажа хотя бы сделаешь, ну да, даже после одного уже, ну, получше становится. И постоянно после сна, вот поясничный отдел, надо как бы вот на стул сядешь, да, и вот как бы растягиваешь его больно вот прям. Угу. Растягивай себя, да, все это правильно. Если не растянешься, такое ощущение, если как неправильно ногу поставишь, как ну, думаешь, что щеманет где-нибудь. Одну сюда. Это просто лежит. Так, ребятки, вы подходите поближе. Ставьте лайки, сейчас начнется самое интересное. АСМР, непосредственно сеанс массажа и правки. Начинаем, естественно, с растирания. Слышно характерный шорох такой, да? Ну, по ходу мы можем общаться. У меня есть такой плейлист на канале, называется «Байки на массажном столе». На разные темы, о чем мы говорим, там и психологические проблемы, иногда и проблемы в семье решаем. И просто ну, вот я заметил на Ютубе, тоже постоянно вот видео я смотрю. Тоже вот говорили о том, что о каждой проблеме надо говорить. И она решится, правильно? Ну, какой-то вот такой был отрывочек. Ну да, да, да. Вот я, да, так же вот поговорил там о чем-то и пропало, например, да, там где-то боль. Ну, как бы мне понравилась ваша манера общения с людьми, как вот вы подаете себя. Да, спасибо, да, стараюсь. С одной стороны, вроде как говорится, работаю на публику, да? А с другой стороны, почему на публику? Это у нас такая манера общения, как бы. Ну, и прикольчики вот эти вот прям. Интересно с вами. Ну да, открытость. И вот посмотрел вот массаж плюс правку, прям вот прям грамотно, если честно, мне прям понравилось. Девушки там делал, да? Да, и девушки там, ну, двум девушкам вроде. Там четырем на самом деле. Ну я там много чего вообще смотрел. Последние четыре ролика как раз. Все равно, даже вот обучение вы проводите, там тоже прикольчики всякие присутствуют. Но как бы все это запоминается очень хорошо, поэтому я тоже хочу у вас поучиться. Ага, собираешься на учебу, да? Да. Ну, правильно, правильно. Вот вы, кстати, видите, ребята, студию, комната-студия у меня, да, где я, собственно говоря, и принимаю гостей, и преподаю. На всем русскоязычном пространстве интернета, причем все выкладываю бесплатно. В интернете все это везде есть, на любых социальных сетях, ютубах, рутубах, везде ищите Олега Лафагудина, там все есть обучение. Даже применяю, вот ваше видео посмотрю, ко мне там также клиент приходит,
вас посмотрю, там, например, с поясничкой, да, как работать, mm-hmm. и применяю такие же вот приемы, как у... О, блин, прям грустно, хорошо. Вот уже захрустело. Входим потихонечку глубже в тело. И оно захрустело, да? И вот то, что я заметил, то, что вы правильно подходите, когда ломаете человека, что разогреваете. Обязательно разогрев нужен, да. Потому что многие на холодную это делают. И, по-моему, это не есть правильно. Да, это неправильный подход. Я очень много вижу западных, американских хиропрактиков, или там чиро их называют. Да и наши тоже. У них прием 10-15 минут всего, да? Идет. Так, терпимо, да? Хорошо. То есть обязательно разговаривать с клиентом, спрашивать, как ему комфортно, некомфортно, может быть, полегче. Для кого-то надо. Я тоже сразу предупреждаю, когда работаю. Для кого-то, может, посильнее. Так вот, за 10-15 минут что они могут делать? Даже 15 я преувеличил. Они всем все делают стандартно. Вот в этом-то и ошибка. Но люди-то разные, люди очень индивидуальны. У всех разные проблемы, разные причины проблемы. Разные сроки этих проблем. Вот это вот место прям вот это, да? Прям вот этот вот подзвонок сам по себе, он давно-давно еще. Прям вот, ой, блин, прям больной сам по себе. Вот он, да? Еще с давних пор. Ой, как, ой, ё-моё. Сейчас проработаем. И вот это вот тоже смотрю, когда вот там даже отвертку такую достали черную. Как бы это осистые, да, вот эти. Как она, декомпрессия. Декомпрессия, да. Я прям угорал, был прикольно. А где сабли бил по человеку? Сабли, да, тоже. Тоже видел, да? Деревянная японская катана у меня есть. Заходите в гости, я вам покажу. Так, пока работаем. Тут вот тоже с одной. Ко мне массажистка приходила, она по остеопатии, потом пир. И она вот очень, ну, как бы, против насчет того, что костоправство, вот, мануальная терапия. А, вообще, она меня вообще после, отговаривала, да? Да, ехать куда-то там, например, даже учиться в этом направлении. Вот. Ой, сколько людей, столько мнений. Да, я тоже так подумал, в принципе. Ну вот, на самом деле, вот такой вопрос вам задать, например. А на самом деле это очень опасно, нет? Ну, ты знаешь, я уже больше 15 лет этим занимаюсь, угу. и ничего такого опасного я не встречал ни в своей практике, ни в практике там моих коллег. Ну, может, конечно, что-то не договаривают они, с другой стороны, больше пугают. Угу. Больше вот кто-то запугивает, где-то там я слышал у знакомого знакомого, где-то там в другой стране что-то такое произошло, что он стал неходячий. Угу. И шею больше поворачивать не может. Ну, во-первых, естественно, все приемы, они индивидуально подбирается под человека. Кому-то надо там и кулаком, и молотком ударить, да? Mm-hmm. Если у человека деревянные мышцы, ему лет уже там 50. А приходит хрупкая девушка, там даже ударять не надо, там просто вот за ручку потянул, и оно вот чик уже щелкнуло, mm-hmm. понимаете? И а что вы думаете, ко мне грудные дети приходят? Mm-hmm. Им вообще, естественно, не бьешь ничего, не щелкнешь. Понятно. Там просто легкие надавливания, и уже есть эффект. Остеопатические такие методы. Поэтому, наверное, плох тот, и у того бывает, да, потерпи. Таз чувствовал, да, разжимался? Да, конечно. Разжимался здесь. Завтра, наверное, болеть все будет, да? Да, да, кстати, я тоже предупреждаю всегда, что... А сколько дней будет болеть? 1-2 дня поболит, ну, как у спортсмена после тренировки. Ну, я понял. Ну, даже похуже, я думаю. Крепатура называется. А не мисулиник можно, да, выпить? Да, 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 можно выпить. Глюкозу так бы можно поесть, какой-нибудь там фрукты сладкие. Угу. И в ванне полежать. Сегодня, завтра? Как хочешь, может сегодня, чтобы быстрее молочная кислота вот эта вот из организма вышла, надо прям ловить рецепт для каждого. С эффектом мёртвого моря. 2 пачки соли, морской обычной. Есть. Покупаешь в магазине в любом. И 2 пачки соды. То есть 2 килограмма соли получается. Здесь вот. Прям больно. Прям болит, да? Сейчас мы как раз его проработаем. Вот он прям, блин, проехали. Вот здесь, вот, да. Вот. Ну, договорил, соответственно. Вот грех тому массажисту или специалисту, который использует только одно. Вот научился костоправству и бьет всех людей кулаками, да? Угу. Соответственно, кому-то он и навредит, потому что там человеку не подходит такой способ. Вот сейчас видите, с этой мышцей работаю релизингом, метод релизинга.
То есть я практически вытягиваю фасции вокруг этой мышцы. Поперечно. Вот диагонально, вот она щелкнула, да? Кому-то надо применить пир, позадиметрическую релаксацию. А в некоторых случаях люди такие приходят, что там никакой способ массажа вообще не действует. Только надо вот инъекции, блокады, да, пока не уберешь вот это вот воспаление. Спазм такой, что жесточайший. 15 человек, лет человек ходил с этим спазмом, понимаете? Вы думаете, там парочку массажей поможете ему? Ага. Так что вот, способы все нужны, все важны. Потому что клиенты для нас ценные. Я помню, что если слышал меня, там я называю клиентов не клиентами. Да, друзья. Либо гости, либо детки. Угу. Детки надо помочь, послушать, прислушаться к ее проблеме, болью. Ну, сейчас мы будем уже щелкать. Да, вибрационные методы все хороши. И ударные вибрационные, и поперечные, и продольные. Вот они. В данном случае я делаю продольные вдоль мышцы. Вот, теперь мы подышим. И еще раз. И еще выдох. 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 Выдышите вместе с нами. All together now. Come on, everybody. Смотрим и дышим. Потому что работает визуальное нейропрограммирование. И еще. И чувствуете, как ваша спина тоже расслабляется. Растягиваются мышцы, и спина балдеет. Больно вот это тут чувствую. Сейчас вот посильнее пройдемся. Только не напрягайся, не напрягайся. Если больно, всегда расслабляйся. Так, еще разок. Все. Я для себя даже еще вот тут было, да? Да, там вообще прям хрустанул. Как раз хорошо. Два раза, где и надо, где и болело. Ой, блин. Сейчас тянет, да? Ой, сколько я умнул, не было, такого не было никогда. Ни один мальчик так не делает, да? Не. Ну, потому что у Олега Гудина уникальные методы. Вот я и приехал. Разработанные свыше. Таких вот в других школах просто не найдете. Вот плечо еще. Также часто повторяю, что если плечо не может оторвать от стола, значит тянут вот эти мышцы сокращены. Передняя дельта и малогрудная. Значит, их вот прямо оттуда вытягиваем, разминаем, и плечико расслабленное раскручиваем. Прием называется вращение топорика, видите? Топорик у нас получился вот такой. В эту сторону и в эту восьмерку. И вправляем плечо. Чик, чик. Ну, вот здесь все нормально. Лопатка тоже, видите, хорошо ходит. И уже не так больно, наверное, да? Нормально. Вот и тянется трапеция и ромбовидная мышца. Больно будет правой там. Меня плечо, да? Этот спиц вставляли, и там, походу, связка повреждена, что ли. А, после перелома? Да. Так, ну, еще я должен предупредить, что вот в этих местах, где мы вправляли, да, будет остаточная боль еще немножко. Понятно. Держаться. Зато потом будет легче. Зато потом поймете, что не зря терпели. Ага. Терапия и терпение – это ведь однокоренные слова, да? Ага. Напишите в комментариях, как вы думаете, ребятки. Да-да-да, вот еще потерпи. Болезненные точки, да? Ну да. Можно кряхтеть, охать. Нужно. Да, вот в этих местах лучше говорить так. А, кайф. Хорошо. Ништяк. Да, давно вот хотел именно себя надавить, да? Да, некоторые сравнивают эту боль с приятной болью. Больно, но приятно. Хорошо. Я именно такой массаж давно хотел. Ой, у меня жена хоть делает и локтями проходит, но все равно. Жена тебе делает, да? Да. Ну, хорошо иметь жену-массажистку. Ну как хорошо, ее тоже жалко, берегу. Но заставляю иногда. Ну, как бы условия ставлю, чтобы раз в неделю друг другу проходили. Потому что времени тоже не хватает никогда. Не-не-не, напрягайся только. Да, если видите, человек напрягается, он спазмируется, и там так будет хуже. Поспазмировать мышцы лучше не бить.
наша с ударом. Разбить блок, во-первых, а во-вторых, попасть на фасеточный сустав, который там, да, который мы сейчас и будем прохрустывать. Ручки висит. Ну, выдыхаем. Еще раз выдох. Еще раз выдох. Так. Ну как, нормально выжил? Ой, да, еще так их прихватил. Так, тут? Прихватил, его да, отпустил уже. Отпустил? Отпускает потихоньку. Отпускает, да? Вот, это потому что человек дернулся, да, то есть. Он точно разогрелся, желательно все-таки расслабляться. Ну, такая техника массажа, видишь, непривычно. Привыкают люди только на 3-4 сеанс. Так, ну все, уже отпустило, да? Все отпустило. Так, Дмитрий, предлагаю следующую серию назвать «Выживший». Не на сеансах. Фондопротекторы, ну, есть такое мнение, что они особо ничего не дают. Но, опять же, я вам говорю, вот в интернете смотришь любого специалиста, любого врача, как минимум, есть два мнения. Другой скажет совершенно противоположно, да? Это минимум два, бывает и три, и четыре, и пять мнений. Один говорит, углекислый газ вредно для дыхания, другой говорит, очень полезно, надо не кислородом дышать, а углекислым газом. Один говорит, минеральную воду газированную нельзя пить. Газированную, да? Вы говорите, именно газированную надо пить. Также про фондопротектор. То есть, как минимум, два мнения. Еще поищи аргументы против каждого мнения. Короче, смотреть самому по себе. Да. Ну вот я вам скажу, есть хондроитин и глюкозамин. И особенно, если не запущена у вас стадия, да, такая. Ну, только начали скрипеть колени, допустим. Ой, у меня уже давным-давно да? Скрипит, все хрустит. Так вот, я пропиваю их буквально... Раньше мне хватало, наверное, месяц, даже двух недель. И, соответственно, вот я пропивал хондропротектор, хондроитин глюкозамин от компании NSP. И мне помогало сразу за две недели. Сейчас я стал взрослее, да? Мне уже помогает за месяц. Ну, вот в начале этого года я пропивал. Тоже NSP? NSP, это компания так называется. Продавец, американская. Ну, я вот эти, Animal Flat сейчас пью. А, нет, такую не знаю. Ну, это называется Nature Sunshine Product. Натуральный солнечный продукт, компания называется. Дело в том, что они из там тысяч компаний, единственные, которые полностью аккредитованы на российском рынке, полностью прошли там Ростест, Роспатент, надзоры и все прочее. И уже там более 50 лет продаются. Зарекомендовали себя хорошо. И вот получается, сейчас, я думаю, мне надо уже 2-3 месяца припевать, чтобы получить эффект. То есть все зависит от возраста, да? От степени заболевания, там хрящик разрушается. УЗИ надо хряща сделать, посмотреть, насколько он разрушен, да? Устранить всякие ударные всякие вот эти вот моменты, да? Вибрацию можно, например, если мы про колено говорим, да? Или про тазобедренный сустав. Вибрировать это можно, да? А вот ударные такие вот методы, когда мы бегаем, например, да? Уже надо поменьше такого делать, лучше... Работа с эспандером, с резинками. Так безопаснее для суставов. Но постоянно работать. Самый вредный совет врачей – это заболело – полежи. Ни в коем случае отлеживаться не надо. Не надо, да? Нет. А то там придет еще лень, и вы вообще еще больше сустав потеряете, а потом вообще будет лениться и ничего не сможете сделать уже, когда совсем больно будет. Нет, только ты учишь движение. Движение – это жизнь, мы знаем. Это да, и это я тоже на практике прошел. И всем своим советую тоже. Да, да. Хоть ползи, хоть что-то делай. Да. Вот даже, кстати, недавно слышал случай про одного великого врача. Он, по-моему, хирургом был, оперировал. На сердце операцию делал. Да, тут больно, да? И сам 82 года заработал ишемическую болезнь сердца, так что ему сказали, что вот буквально там несколько месяцев проживешь и будет тебе, ну и от инфаркта, короче, умрешь. Уже предсказали ему, уже положили в больницу. И что он придумал? Ну, лежащий больной, да, что он может особо придумать? Он говорит, принесите мне два стакана, один полностью наполненный просом, а другой пустой. Ну, мы принесли два стакана, поставили один на окно,
а другой поставили там у входа. Uh-huh. Ну, комната сколько там, 3 метра примерно, да? А им же интересно, стали наблюдать, что он делать будет с ним. А он берет, идет до стакана с просом. Одно зернышко берет и переносит в тот пустой стакан. Возвращается обратно. Еле ходит. Вот так немощно, uh-huh. представляешь? И так он перенес один стакан полностью туда. Потом в обратную сторону другой стакан перенес по зернышку, да? В итоге смотрит, а у него через неделю уже пропала вот эта вот сердечная недостаточность. Uh-huh. Представляешь, это же каждая нагрузка, минимальная, но каждая нагрузка. То есть ни в коем случае не лежать. Нагрузочка хоть какая-то должна быть, хотя бы гимнастика. Хотя бы там, не знаю, просто покачивание или постукивание. Уж если мы про колено заговорили, да, то вот очень полезно просто там, ну, для людей старшего возраста, да, просто сидеть, выходить не можете, да, то хотя бы простукиваете, выстукиваете его, да. Потихонечку кровь приливает, а лечит на собственную кровь. Она несет полезные элементы. Вот массажер что делает? Он всю кровь разогревает. Так же и движение, когда делаешь, кровь же бурлить начинает, ну, как бы. Ну да, да, быстрее да. Быстрее идет. Метаболизмы ускоряются. Да. Поэтому движение держит. Так же даже вот тут вот у меня колени все болели. Я пошел с ребенком на каток кататься. Первые 10 минут у меня колено, я пока ездил, блин, прям. Ну, вытерпел. Твое колено, да? Да, мое. Рассказывай. Прям больно было. Потом через минут 15 заметил, вообще как рукой боль сняло. И заметил вообще потом, ну как бы 2 или 3 раза сходил, покатался и прям колено прошло. Вот, подвигался, да? Подвигался, да, движение это жизнь. Но правильное движение, я так заметил. Да, правильное. И вы нас текст смотрите, обратите внимание, как я работаю, я постоянно в движении. Если я что-то где-то потянул там в жизни, допустим, да, на ту же горке свалился, да, то прихожу на работу, и меня спасают мои собственные клиенты. Я с ними двигаюсь. Вся спина работает. Видите, как на сжатие, на выкручивание, как у кошки, туда-сюда. Работают от лопатки, таз. То есть во время массажа, при правильных движениях, мы сами себя тренируем, упражняем, избавляем от боли. Вот и тебя сейчас раскачаю. Выдох, выдох. Угу. И посильнее продышим, выдыхаем. Да, только не напрягайся. Еще разок. Настоящие мужские техники. Для настоящих мужиков. Вот это да. Убил. Наповал. Ничего, пусть ужасаются. Насколько он слышал. Нет, я вообще как видео первый раз увидел, мне прям сразу же захотелось. На себе испытать. Да. Вот это вот больное, да. Ну ничего, потерпит. Вроде терпишь нормально. Подвижность хорошая. Где-то внутри там болит, наверное, да? Не, сейчас ничего не болит. А, сейчас не болит. Потому что разогреваете хорошо. О, как хорошо. Да, любому движению, любой зоне сначала предшествует разогревание. Еще растянули, еще голову сюда, растянули, продавили, сжали, растянули, верхнюю трапецию продавили, сжали. Да, разогрев хороший, вот мы можем уже заметить, что, да, потерпи такие точки, триггерные точки болезненные, я об этом всегда предупреждаю, вот до сюда идут. Тут даже мышц нет, а тут даже просто под лопатку. Под лопаточную мышцу массируем под лопаткой. И вот создали гиперемию. С чем я тебя поздравляю. Со здоровым румянцем на всю спину. Значит, трофика ткань отличная. Тургор кожи хороший. Кровообращение тоже хорошее. Только не напрягайся, удар. Расслабься. Да. Булочки расслабил. Вот,
еще больше покраснел и можно приступить к небольшой правке. Выдох. Еще раз. Еще раз выдох. О! Все, теперь руки лобиком на руки, на свои. Ну, а если вы нас только смотрите, то зря это делаете, много теряете, вам лучше быть здесь и приходить ко мне на учебу. Так, продолжаем разговор. Ой, блин, вообще прям, вот еще прошли грудное отдело, вот поясничку прям хорошо, прям облегчение уже идет. Прям сняли напряжение вот с грудного отдела, где у меня прям болело. Ну, это только во время массажа. Это только массаж, да? Массаж, он только подготавливающий к дальнейшим правкам, то есть все еще самое... Интересно, впереди. Техника у вас прям интересная такая вот вообще. И массаж, и все управления. Мне прям нравится. Нигде такого не видел. Да, ну вот мы, например, отбиваем кукотбурным молотком таз назад на расширение. Прием называется, ну что, показываю, бульдозер. Бронетранспортер спустился с горочки и забуксировал в низине. Забуксовал. Даже ребенок вас посмотрит и захочет прийти. Техника канделябр еврейский делаем. Вот здесь это, вам видно, да, вот основание канделябра, стержень его. И вот пошли подсвечники по 4 штуки с каждой стороны. Видите рисуночек? И тоже таз отодвигаем обратно, декомпрессируем. Да, специально вот эти приемы, название придумано для легкого запоминания в обучающей программе. Вот художник смывает свою картину. Раз. И сбросил весь негатив. Теперь лбом давай опирайся. Хорошее растирание. Техника запуска ракет. Тополь М. Это должна растирать по половинке. Вот это вот тоже, сколько я не смотрел, ШВЗ как разогревать, да? Вот у вас только заметил, вот это вот прям вообще супер. Прям приемы вот эти. Это прием инвертированными руками, да? Угу. По одной стороне вот так вот прям проходишь. Да, чувствуешь? Ничего пошло. Лишнего и все прям, ну, прям грамотно. Да, все пришло к нам. Все приходит с опытом, да? С опытом, да. Видно, что человек... И от великого пророка Олега Лафудина. Это да. Да, вот видишь, мышцы и поперек, и продольно. Да. И вот так вот растянули по диагонали. Вот, по-всякому проработали мышцы, она отпускается. Вот видите, о, какая расслабленная. Уже вот видно. Ну, дальше, вот прием палеты. Отодвигаем мышцы от акромиального отростка. И вот тут я предупреждаю, сейчас немножко будет глубокое внедрение, потерпи. И вот шею отделяем позвонки друг от друга прямо костяшками. Там уже что-то немножечко так хрустнуло, да? Так, далее отдохнуть, не больно? Хорошо вообще. Терпимо, в принципе, да? Вот, хорошо. Натягиваем череп. Чуть не сказал. Глаз на жопу. Вот мягенько тянем с вибрацией. И кошечка пускает когти и начинаем прорабатывать вот эти вот точечки. Акупунктурные точки, где мышцы крепятся к черепу. Больные точки у всех, у многих, да, особенно у кого сидячая работа. Да, и от них зависят головные боли, от этих точек зависят. Вместе зависимость, хроническая усталость и так далее. Теперь прием называется «Орел выпускает коготь, хватает череп и выносит его по небеса». Ого! Мозги встряхнулись, да? Супер! Точка конфуция. О-о-о-о. И мозги взбились, как миксером. Височные вот эти мышцы есть. Отвечает, кстати, за височную боль. Если не спазмирован, их поэтому надо жестко разминать. Терпимо, да? Угу. И на затылочную мышцу здесь тоже разминаем. И всю лимфу вывозим вот туда. Вот туда, в подключичную впадину. И такие вот точечки еще потерпи.
болезненный, да? Угу. О. Здесь тоже. Можешь стонать, если хочешь. Да нет, все терпимо, все хорошо. Это у меня жена бы здесь, наверное, вообще уже все зубы пустила. Такой массаж, она хрупкая, что ли? Да, она хрупенькая у меня. Отсюда от любого нажатия уже больно. Плевот порог. Ничего, бывает, бывает. Я про точки уже много раз объяснял на ушах, поэтому про все точки не буду говорить. Череп вот так вот еще закроем тебе и родничок откроем, вот, чтобы дышал еще кости черепа. Это нам только в школе говорят, что они срослись навсегда. На самом деле они легко дышат на несколько микрон, а это меняет внутричерепное давление. А если мы прижимаем точки человека, то он не видит, что мы делаем, а мы в этот момент можем даже и танцевать. И переходить из одной позы в другую позу. Вот идем на завершение. Спускаем энергетику вниз. Если у человека поднялось давление, да, то мы тоже его спускаем вниз. Все движения теперь идут сверху вниз. Вот, видишь? А ты говорил, зря приехал, зря приехал. Не говорил такого. Да, да, терпи. Это мы ракету устанавливаем обратно в шахты, откуда они вылетели. Шух. Два пути. Поставили эту ракету, поставили эту ракету. Вагонетки пошли с рабочими. С инструментом выгрузили здесь. Пошли с рабочими, с инструментами выгрузили во вторую шахту и засыпали песком, чтобы потенциально противник не обнаружил. Сняли полностью весь дерн с этой земли. Видите, в каждом приеме у нас есть и декомпрессия, и растяжки все возможные, и скручивание. Без конца. Один прием переходит в другой, и непрерывно возбуждает тело человека. Его седативную нервную систему. Так, сейчас я тебя вытру. А СМРщики очень любят вот эти вот звуки всякие. Бандерлоги. Подходите ко мне ближе, ближе. Слушайте шорох и шелест. Блин, прям вообще хорошо все горит. Это вот уже массаж. Прям самый лучший в моей жизни. Да, он так называется специальный мануальный массаж. Он уже с растяжками, декомпрессиями. Также, если бы ноги делали, то вы тоже бы там прохрустили пальчики на руках и на ногах. Ребята, если вы обладаете нейровизуальным программированием, напишите, как вы воспринимаете это все, когда смотрите мои видео. Если у вас желание попробовать на себе, или вы уже все прочувствовали только по видео, или вы боитесь этого? Нет, это надо испытать самому. Да. Мне многие пишут, ой, это страшно, я никогда это не страшно. Никому не рекомендую ходить к этому. Пишут, главное, не шарлатан, а шарлатан. Ох, шарлатан, ты шарлатан! Да, на шарлатане это прямо, я не знаю, знатоки такие там в интернете, это вообще уморы. Да. Просто уморы даешься. Вот все про все знают. Человеку дано, Богу. Так что идите, не бойтесь. Я уже вот почувствовал. И прям лежу сейчас и как бы не боюсь и доверяю полностью. Слушайте, слушайте. Ну, вот сейчас мы похрустим. О, как говорится, известно рекламе. Выдыхай. Ну, чтобы выдыхать. Не спрашивайте, зачем это делаю, я уже многократно объяснял.
Здесь нужны удары. Вот это, сказать, держишь. Мышцы сейчас ноги. Все. Вот, слышал? Угу. Это ППС. Связка. О, еще одна. А вот, говорит, не работает. Все работает. Во, и крестец даже. И еще раз. Как же он там? Не слышно, наверное. Так, ну ладно, что вы далеко сидите? Подойдите ко мне ближе, сейчас услышите. К сожалению, что-то микрофон у меня поломался, не работает. Ну сейчас будет все слышно. Ой, блин. Как говорили в этом фильме знаменитом, если я встану, ты у меня ляжешь. Терпи, ты молодой человек. Тут можешь руки немножко отдать. И в голову. Ничего не отдало? Нормально. Нормально, да? Вот буду полный свой рост работать. Еще раз. Еще. Еще раз. Ну как, выживший. Супер у тебя. Прохрустел там? О, да. Сколько ж там можно хрустеть? Да. Все хрустит и хрустит, блин. Я, к сожалению, сам не услышал. Видимо, тело хорошо маслом смазано. Шестеренки смазаны маслом. Еще. Еще. Да такое и дети, и девочки выдерживают, все нормально это. Да, я с видел, какие даже хрупкие все приходят, я думаю, а что же я-то нет? Да конечно. Надо. Это с виду все страшно, на самом деле. Это правильно делать, это даже безопасно. Ого! Ого! Гифин тут! Вообще все! Не ожидал, да? Кайф! Скажи на камеру свое лицо, ты думал, он уже кровавленный лежит. А там у меня вон тазик с отрубленным. Даже если из крови, без бен, все хорошо. Ништяк прям. Покажи. Лайк. И вы нам ставьте лайки, да. Да. Еще раз. Чуть еще. Хорошо. Так, поясница сейчас как слева справа? Отпустила? Не больно, чуть пока. Не больно, да? Так, ну поворачивайся. Избушка ко мне спиной, на бочок, к лесу передом. Эту коленку к груди тянем. Вот той рукой ее придерживай. Это уже видел у меня, да? Это зацепились. Ага. Тоже скруток у меня там насчитывается около 20 видов. Представляете, 20 вариантов скруток. Вот это самое мощное. От Олега Губина разработано с жесткой фиксацией. Так, на третий. Раз, выдох. Раз, два. Не, ну пусть все-таки держись там. Угу. О, и на другой бочок переворачиваемся. Гангнам стайл. Опа. Опа, Гангнам стайл. Руку держи, коленку. Ну, можно даже свести, так свешиваем. И на выдохе. О. Так, ложись на спину. Чуть туда потянись. Вверх. Сейчас как раз проработаем ноги. Oh.
коленка. Остановись. Еще. Тут было бедро, да? Продолжаем стопы. Расслаблено. Это таранная косточка как раз. Пишите в комментариях, как вы думаете, нас называют костоломы или костоправы? Очень вопрос. Люди-то не знают. О, как это нифига себе. Так, там, наверное, током прострелило, да? Вот в эти два пальца? Да. Прям все расцветает. Потом пахнет, наверное. Потом, это хороший пот. Лечебный пот. Да, лечебный пот. Пальцы, наверное, сам себе щелкаешь, да? Нет. У тебя очень подвижный сустав здесь этот. Ну, может, из-за того, что тренируешься, плюс массажи. Да, работаешь же руками. Турник, все дела. Держи. Сейчас мы тебе еще за голову потянем. Потянем. А, зубы, да, да, задевай рот. Молоды. Ой, ничего себе. О, это как раз атлант и второй. Всего. Прямо здесь. По черепу нормально? Да, вообще ништяк, я прям на этого хотел. Вот. Намасте. Так, до грудного отдела не дошло, да? Нет. Ну давай попробуем, или ты не готов сейчас? Можно. Потому что голова кружится, все нормально? Все хорошо. Угу. Это сделаем до конца. Не говорю, потому что зря приехал. Нет, уже не скажу. Так, немножко под другим углом. Так, а как сейчас? Ну, ничего не хрустнуло. Да. Так, сейчас поднимаю голову. Ну, уже, видимо, все произошло, то, что должно может быть, быть. Да. Сейчас да и вообще себе. Прям супер все. У тебя вот этот торшанушка позвонок слева. А он будет наторчить. Сейчас проконтролируем немножко вот так вот.
Расслаблено, расслаблено. Ушко пухнуло. Это ухо пухнуло. Говорю, вообще супер. Даже не сомневайтесь. Приезжайте, и весело, и все. Как я говорю, конторный выстрел. В голову, если что, не прицели. Ох! Так, ну, вставай пока. Как завтра все будет болеть? Шаг назад. И так в руки упирай себя. Ага. Я давлю, ты сопротивляйся. Если не сопротивляйся, ну, на, поставь пошире, чтобы не вернулся. Ого! Еще раз. О. Такое ощущение, что у вас что-то хрустнуло. Нет, это у вас. Да? У тебя. Ну, а попробуй мне так тоже упереться. Вот этой рукой в плечо прям, да, вот сюда. Ага. Чуть вот так вот там плечо, давай. Сюда на себя? Да, это на себя, это вот себя. Ого. О, уже сразу плечо вправляем на ходу. Вот оно правое прям, бам. Ну, разворачивайся, наклоняй голову. Ну, в принципе, вот, позвонки тут вот эти встали на место. Сейчас проверим ходу мышц, как слева. Болит еще? Нет. Уже не болит, да? Ну, немножко так тоже для контроля. Расслаблено все, расслаблено. Потянем. Прям слева опять. Смотри вверх. О, о, о. Ну все, готов. Ништяк вообще. Трудовая оборона. Ну расскажи, как ребятам. Вообще все супер, даже не сомневайтесь, приезжайте, ребят. Вот сейчас стою как новенький, прям вообще. Да, ну чувствую, завтра будет больно, но ничего, справимся, это как обычно, я думаю, будет. И это мы преодолеем, после, да, серьезной тренировки, думаю. Но если честно, вообще прям все. Пахнет, цветет, дышит, там не знаю, какие еще слова применить. Полегчало. Божественно вообще. Ко мне спал с тебя, да? Да, я в принципе то, что я ожидал, когда смотрел видео, я не боялся. Был, да, холодок немножко. Но я больше всего боялся, то, что приеду не к тому человеку, как это сейчас просто везде много там. Что, Олег Самозванец? Да, этих мошенников. Нет, это я вообще не думал. Мне даже жена сказала, когда видео посмотрела, он говорит, ну, если человеку дано, ну, как бы от Бога, то оно по-любому так. А там даже не сомневаюсь, я даже не спрашивал, есть ли медицинское образование. По-моему, вот я как работаю массажистом, если человеку дано, значит оно, ну, дано и нормально все. Так что не сомневайтесь, не бойтесь, приезжайте, все супер, все будет. Я вообще, вот, я перед вами. Добродетель, здоровье. Вот меня сейчас туда и сюда хрустели, я вообще, вот он я стою. Yes, в колено вот его. Олег. В колено его сломали, все жив, живой человек. Вообще супер, вот все, прям руку пожму. Прям кайф. Ставьте лайки, пишите комментарии, будьте с нами. Чик-чик-чик. Не, вообще ништяк, если честно. Что-то не выключилось видео.